Ассаляму алейкум, мира и добра, мои дорогие, и в начале этого видео хочу порекомендовать вам южнокорейскую компанию Atomy. Здесь шикарные условия для работы, очень актуально для мамочек, домохозяек и не только, можно совмещать и с другой работой. Сама продукция премиум класса. В Atomy есть уходовая косметика для лица, тела, средства личной гигиены, БАДы и многое другое. Все составы идут натуральные. Бесплатная регистрация дает скидку на всю продукцию, минус 15-20%. За подробной информацией можете обратиться по номеру телефона, который я оставлю в описании под видео и в закрепленных комментариях. Всем ассаламу алейкум, мира и добра, мои дорогие! Добро пожаловать в наше новое видео! Сегодня мы занимаемся строительными делами, закупаем кафель, ванную, в холл, на кухню, на полы получается, там еще по мелочи, в общем, всякие строительные дела. Ильясик, что делает? Помогает. Давайте малину садим, он пришел, начал копать, теперь не дает лопату. Садика такой грязный пришел. Скажи, я буду копать, скажи. На, копай. Аккуратно давай. Сегодня я приехала в Каннскую больницу. Сейчас проходим вот здесь вот роддом. Здесь я родила Марьям. Я с ней лежала здесь вот на первом этаже в патологии. А на втором уже родила. Помню, родители, Анвар приходили сюда проведывать нас. Я через окошко показывала Мариюшку. Прошло вот уже почти 11 лет. Роддом так и стоит. Вообще в Канте хороший роддом. Он такой чистый, врачи все, да, классные. Туда мне так понравилось. Вот, сейчас мы идем в другое отделение. У нас очень тепло. Сегодня у нас 28 марта. Мы с Раилей приехали по делам. Так, мы прибежали сейчас выбирать кафель. В тот раз взяли на пол, теперь решили взять на стены ванную. Вот это будет, этот кафель будет у нас со стороны ванной, а это уже в другой стороне. Мы хотели немножко другой, но того не было. Ну, тут тоже такой интересненький. Потом выложим, покажу. А мы думали взять вот этот. У нас раньше на кухонном вот такой вот был, типа сотый. Мы думали не сотый взять, а вот этот в ванную. Но они закончились, и мы решили взять вот этот. Ну, он даже лучше, что ли, светлее, здесь меньше разводов. А это тоже такой жемчужный, какой-то красиво очень смотрится. Сегодня мы приехали на ифтар. У нас открылась уже Рушана. Заказали форель. Сейчас свежую нам поймают и будем кушать. А здесь забронировали нам уже столик. Сейчас уже потихонечку все приносят. Решили, альхамдулилля, сегодня сделать ифтар в этом месте. Мои девочки тоже постятся, машаллах. Как вам пост? Нормально у вас проходит? Да. Не сложно? Мы вчера Марьям уговаривали пропустить. Она вот ругалась, что мы ее не разбудили. Анвар говорит, ей надо отдохнуть, потому что она еще маленькая. Но она ни в какую. Сегодня насильно встала, говорит, я буду поститься. Вот так вот, машаллах. Пусть Аллах примет посты всех мусульман. Принесли сейчас свежую рыбку, мы ради нее только и приезжаем сюда, потому что свежую словили и сразу же ее пожарили. Машала. Водичку дают за счет заведения и финики. Все, давайте, открывайте. Бисмилля. Пусть Аллах примет посты всех мусульман. Машаллах, амин. У нас сегодня пошел дождик, машала. Вчера было очень жарко. Сегодня прям дождичек. Такая свежесть, так вкусно пахнет. Кто любит запах после дождя? Так. А у нас тут мы купили дверь. Это у нас будет дверь в санузел. Такая же, как и в прошлом нашем доме. Мне они очень нравились. Очень такие в уходе были хороши. Тут крашеные. Да, крашеные. Тут итальянская, да, покраска? Да. Итальянская краска.
очень красивые, и мы всегда берем такие без зеркала, без ставок таких зеркальных, да, глухие двери. Сегодня пока взяли только санузел. Сегодня у нас вот такой вот контент для вас. Анвар подготавливает. Домик в деревне. Да, мы приехали на дачу. Сейчас Анвар подготавливает хазан. Мы будем сегодня готовить на ифтар здесь, до панджи. Решили приготовить на костре. И сегодня мы у моих родителей. Вот. Сейчас будем жарить. Ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан, дивный месяц мусульман. Этот праздник для души. Пока я там готовила, здесь нам доставочка пришла. Готовить, а? Да, мне уже и Дадашка, и Апашка, и ты так говорят. Полную чашку плова отправили. Борсоки и салаты к плову. Колу отправили, это отправила Айджана. Айджана Рахмат большой, пусть Аллах будет доволен вами. Пусть Аллах воздаст вам благом. Прям вообще близко к ифтару, прям горяченький плов. Плов мы очень любим. Огромный Рахмат. قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما Мы тут еще сварили лапшу. Это лапша, которая для дапанджи специально идет. Отправила мне ее Малика Стакмака. Рахмат большой тоже за угощение. Ради этой лапши мы сегодня готовили дапанджи. Так, и вот такой дапанджи у нас получается. Сейчас огонь чуть сильно горит, надо, чтобы помедленнее горел, чтобы тихо кипело. Приехали посмотреть, что сейчас в доме происходит. Сегодня приехало утепление потолков. Там какая-то пена, там уже у нас выкопали слив. Ильясик пришел на разведку. Здесь вот уже так много всего позеленело. Я хотела посмотреть малинку, что с ней там. Сакуры мы вот так в ведро пока посадили. Угу, хорошо. Тутовник Анвар решил посадить сюда. А малина вон там. Малина, машала, очень хорошо взялась. Прям вот столько листочков начали выпускать. Ой, плохо видно, да? Вот здесь, вот там. Много уже прям выпускать. Балам, она же колючая. Ты зачем трогаешь? Уколишься сейчас эту. Пойдем. Иншаллах, будет тут малинка. Не знаю, наверное, мне кажется, что мы так близко посадили, но нам сказали на метр 10 штук вот этих палочек, кустиков. Но мне кажется, они разрастутся, и тут будет куча огромная. Ну ладно, это наш первый опыт. Мы всего лишь 20 веточек посадили. Так, стены почти готовы под декор. Здесь у нас в холле уже кафель. На кухне вот такой мы кафель взяли. Получается, здесь будет одинаковый кафель. И вот там получается. Приехали пацаны с компании Риман. Будут утеплять наш потолок. По истечению, наверное, 9 месяцев мы вам скажем отзыв. Или года.
Как раз зима пройдет, посмотрим. Честно отзыв оставим. Компания Рима. Все, спасибо.